Сегодня около 10 утра по проспекту Мира произошло дорожно-транспортное происшествие. По словам сотрудников госавтоинспекции, мужчина перебегал дорогу в неположенном месте, хотя совсем неподалеку от него находился пешеходный переход. В это время по дороге ехал Форд. Водитель не успел затормозить и сбил неудачливого пешехода. Да вот мужчина бежал, переходил, побежал дорогу оттуда-сюда. Газель успел, я не успевал. По словам сотрудников госавтоинспекции, пострадавший был пьян. После удара у него сотрясение головного мозга и множественные ушибы. Он доставлен в ЦГБ. Люди, которые стали свидетелями аварии, рассказали, что мужчина выбежал на дорогу неожиданно, и у водителя действительно не было возможности избежать аварии. Мужчина пробегал, газель не успевал. Тормознул газель, а он никак не успевал джип. Вот. Мужчина виноват, честно сказать. Я видел все это. Он просто не успевал никак. Мужчина бежал. Если не бежал бы он, еще можно было бы еще это. А он пробегал, никак не успевал.